Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимреза в режиме ВКС принял участие в совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения под председательством руководителя Росавтодора Романа Новикова. В Карачаево-Черкесии сейчас реализуются как федеральные, так и региональные программы по обновлению дорожной инфраструктуры, проведению ремонтных работ и развитию безопасности дорожного движения. Но с улучшением дорожной инфраструктуры растет интенсивность транспортного потока, что требует расширения мер по обеспечению безопасности на дорогах, особенно на аварийно-опасных участках, где в этом году будут дополнительно установлены 18 камер видеофиксации. Погодные условия – еще один фактор, влияющий на безопасность движения, особенно в период пиковой нагрузки на курорты республики. В целях немедленного реагирования на возможные ЧС и их предупреждения в регионе налажено взаимодействие правительства, правоохранительных структур, МЧС, главместного самоуправления и аварийных служб.